ГАЗ-69. Какого он выпуска года? ГАЗик? Да. 60-го. 60-го. Два года строил. И достроил, да? Достроил, да. Он у тебя культурный такой. Ну, делал не для соревнований, если честно, а так, на речку съездить. Для себя, для души. Вот сейчас он, я ему сказал так не едь, вот сейчас он там где-нибудь улетит куда-нибудь. Кто там? Денис. Ага. Чего ждешь ты? Че, куда ехать? Засмирнул? Наверх там съемка сейчас идет, интервью надо давать. А то я тут знаю. Ну езжай наверх, вот туда вот, по этой дороге. Вторую. Вот это вторая. Смотри, что она короткая какая-то у тебя. Ни хера себе! Я чуть не вылетел. Драча не хватает. Чего? Гидроусилителя не хватает. И где они? Прямо, направо, правее уходи. Вон они стоят. И знаете, журналюги сочиняют. Ага.